пока я снимаю видео, мне на голову тут же опять залезли, да? Думаю, ёку. Вот такой красивый. Ребята, найдите моему ребенку дом. Он очень единственный из всех, он с ума сходит, он хочет быть домашним. Ребенок хочет быть домашним. Но помогите ребенку найти дом, пожалуйста. Так. Вот они мы все красивые мои. Все наши замечательные. Да? Ты мое солнышко, да? Ты хочешь домой? Ребенок хочет быть домашним. Ребенок хочет быть домашним. Ну и что нам делать, а? Красавчик мамин. Мамина. Помогите ребенку найти дом, пожалуйста. Котик мой. А там кто-то на меня еще лезет? Кто-то еще? Да, мое солнышко. А поем, как мы громко. Мои хорошие. Мои замечательные. Ну все, ребята, приезжайте к нам. Я пытаюсь сделать хорошее видео, девочки. И что это такое? Что бы это значило? А? Целовашки, обнимашки, да? И что, моя золотая? Что? Ну иди сюда тоже, иди, залезай. Ай, мои дети. Дети, куда вас подели? Ребят, как нам нужно? Вон там красавчик наш сидит наверху. А? Солнышко мое. Ребята, это те, кто у нас стерилизованный. У нас все хорошо. Сейчас я переключу на других. А то у меня что-то здесь не получается. Что, мое солнышко? А, ладно. Ой, господи, ну что ты творишь? Ай, ребята. Да, мои маленькие. Да, мои хорошие. Да, мои красивые. Ладно, давай посмотрим так. Вот так. Да. Да иди, зёку моё. Да. Великое переселение. Мужики у нас переехали в домик, а на их место переехали котята из летнего домика. Хорошо. Кай, вы мои хорошие. Так, вот мы им отопление сделали. Все здесь отапливается у нас. Постелили внизу, но малыши пока лежат здесь. Так что, ребята, у нас теперь здесь будут котята. Волонтерские выходные продолжаются. Заходим во второй кошатник. Да. Вчера убрались в первом. Сегодня убираемся во втором. Хотя в первом тоже немножко досталось. Потому что там столько котиков и кошечек, что лоточки быстро наполняются всякими отходами. Надюш, посмотри. Нет. Ну почему нет? Скажи, мы не успеваем. У нас сегодня надо быстрее все перестелить, все убрать. Вот такая вот. Обустраиваемся, продолжаем обустраиваться. Потому что неделю, как они заселились сюда, вот наш кошатничек второй. Вот смотрите, что у нас тут. В мисочках осталось немножко ряженки. Вот. Ну, вообще, как в гостинице. Да, все перестилаем, все. Просто прекрасно. Немножко свет здесь не такой яркий. Вот, как им хорошо здесь.
Единственное, что нет у них выхода на улицу, но я надеюсь, со временем все-таки им сделают. У них тепло, у них сейчас будет уютно. Но, конечно, приезжать сюда нужно каждую неделю и наводить порядок. Иначе, если не приедем, здесь будет ой-ой-ой-ой-ой. А у кошек это очень серьезно. Им надо все время менять лотки, чистить миски. Кошка – животное чистоплотное. Да, Надежда? Да-да-да. Вот. Вот у нас человек в халате. Где у нас щетка? Да, щетка. Постоянно теряем инвентарь. Но что делать? Потому что надо все успеть. А сейчас надо разбирать гуманитарную помощь. Вещи, лекарства и все остальное. Щетка потерялась. Посмотри, вон там. Да. Вон там, ну ладненько, ребят. Все, приезжайте, помогайте. Иначе мы просто... Наташа сегодня у нас была целый день в приюте. Сделала потрясающе много. Девчонки, она столько сделала, я в таком восхищении. Вот. И все, и Наташа собирается уезжать. Это она зашла попрощаться с кошками. Давайте, давайте, приезжайте, здесь классно. 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 День пролетел вообще как один миг. Да, и пахала как лошадь. Нет, работала очень много, очень-очень много. Ребята, мы купили ветерок для наших ушастых. Тепло здесь, Наташ? Тепло, да. Тепло, да, потому что мы купили ветерок. 18, наверное, есть. Вон он, ветерок у нас, видите, стоит внизу. И кошки садятся там погреться. Ну, специально тепло поднимается и нормально. Нет, тепло. Барь, тепло, барь, хорошо. Тепло. И все, да, ушастики мои? Молодцы. Мамины красивые все. Да, ну вот такие дела, слава богу. Все, хорошо, тепло, замечательно. Хорошо. Да. Пока, Наташ, спасибо тебе, от всего сердца спасибо, мой хороший. Ну все, говори пока. Зови всех к нам, Наташ. Всех зову, все приезжайте, не пожалеете. Очень здорово. Мы тут и собачек покормили, и поработали, и кофе попили. И помощь очень нам нужна. Все, очень. Все успели за сегодня. Наташа, спасибо. Приезжайте. За это. Доброго тебе здоровья. Котеек. Вот, просто сейчас холодно, и они все зашли в дом. Вот дверка. Тут они гуляют летом. Ну, у них там песочек. Сейчас они все внутри. Дилюки, смотри, сюда, моя хорошая девочка. Дилюки, где мышка? Кто поймал мышку? Кто?
где мышка наша? Вот такая девочка наша. Тренируемся, да, с утра? Маме на работу сидит, а нам надо поиграть, да? Конечно, конечно. А это у нас Кэтрин. Кэти. Кэти. Ты уже поела, Кэтрин. Посмотри сюда. Кэтрин. Маленькая девочка. Опять хочет кушать, Кэтрин. Ну ладно, не буду тебя надевать. Ты что делаешь, Кэти? Зачем ты ешь цветы? Кэт. Нельзя. Ай. Ай-ай-ай-ай. Нельзя, Кэти, есть цветы. Вот так, 8 марта, ты маму поздравила, да? Кэти. Нельзя. Фу. Нельзя. Нельзя. Кэт, нельзя. Кэт. Фу. Фу, нельзя. Нельзя, Кэти. Кэти. Кэти нельзя есть. Нельзя. Ай-ай-ай. Вот где твоя мышка? Вот как мы играем. Вот она мышка. Ну-ка. Где мышка? Где мышка? Шантик, а где мячик? Где игрушка у Шанти? Где моя хорошая игрушка у Шантика? А куда Шантик мячик дела? Куда Шантик дела мячик? Где мячик, моя хорошая? Где? Где моя маленькая? Где Шантик? А? А Кэти наблюдает, да? Кэти, а ты что наблюдаешь? Иди, играй с Шантиком. Ну, моя хорошая. Вот и моя зайка. Что ты смущаешься? У кого такие глазки блестят, а? Китик. Кит. Это моя сладкая девочка. Сниматься не любит. Это моя красоточка. Ну, ладно, не обижайся. Кэти, вот и моя сладкая, посмотри на меня. Мне без тревог ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Ты заболеешь, я приду, помнит веду руками. Все я сумею, все смогу. Сердце у нас не камень. Друзья, присоединяйтесь к лохматой душе и будем жить, дружить и спасать.